Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Samsung Galaxy Tab S9 Plus. И сейчас я вам покажу, как изменить рингтон на этом планшете. Итак, открываем настройки, переходим в раздел «Звуки и вибрации» и выбираем «Мелодия звонка». И здесь можете выбрать мелодию, которая вам больше всего нравится. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!